Конф ездили, мы здесь оставались, классно, в 11 часов мы заселились, скинули сумки, сейчас будем что-то думать, поесть, и там Баха должен был на чемпион, у нас будет съемка с Баха чемпион, переключайтесь. Что еще раз Настя хочет? Я очень важно. И она терапевт. Парадист, рекомендую, правда стерлась уже эта штучка, но... Снимаешь? Классный воск для усов. У тебя нет усов, ты... Как это нет? Вон, смотри, прям навел. Пахнет яблоком вкусно. Я понял, что ты нарцисс, да, я понял. Неважно за законы и запреты человека, с верой о нем возвещаем по городам на куплеты. Я не боюсь, чтобы сказал, что я буду так мертвым. В оковах цел мы поджигаем, мы будем уперты. И с дерзновением разжигая в людях пламя. Папы Форест, беги быстрее ветра, чтобы не быть под слонами. Больше. Пусть твои каналы, твои порталы открываются на сами Боже. Больше. Дай нам быть твоими пророками, твоими духами, Боже. Наполни, как написано, что соединяющийся с Богом есть эти дух с ним. Дай нам быть этим духом. Боже, дай нам быть этим духом. Сегодня 2018 год, 27 января. Мы едем в городе, в столице Украины, это Киев. И мы сейчас говорим пророчески, что в наших приоритетах, в наших планах
есть отобразить сердце и характер Бога. Мы хотим снять фильм, который будет отображать силу и величие самого Господа. Тот, который сошел сюда Духом Святым в день Пятидесятницы, который никогда ни на минуту не покидал эту землю. Тот живой Бог, который проявляется каждый день через своих учеников. И это Дух Святой. Он жаждет войти в твое сердце. Стоит только призвать имя Иисуса Христа, и Он может изменить твою жизнь. Одна молитва изменила многое. И Дух Святой, Он жаждет действовать на улицах этого города. Знаешь, Бог такой чудовый. Знаю, Gospel Massy. Только что Gospel People творил безумные вещи ради Христа. Мы делали Kirkle Pit, это кольцо. А потом начался слэм, и я разбил очи. Сейчас будет происходить молитва покаяния. Это очень сильно. Дима Семи. В этот день вы можете сделать выбор в пользу того, чтобы идти за Иисусом. Иисус! Вы ничего не теряете. Вы уже знаете, как жить без Него. И у вас есть шанс познакомиться с Ним и узнать, как это жить с Ним. Почему Иисус? Почему никакой другой Бог? Потому что Иисус является Божьим Сыном. Аминь! Потому что Иисус умер за грехи всех людей. Никто другой этого не делал. Потому что Иисус – это начало новой истории, начало новой эры. И если ты пойдешь за Ним, твоя жизнь, она начнет новое начало. В твоей жизни начнется новое начало. Однажды я был в церкви, я сделал этот выбор. Я вышел к сцене и выбрал пойти за Иисусом. В этот вечер у тебя есть шанс, если ты никогда в жизни этого еще не делал. Либо ты уже был с Богом, был в церкви, но ушел от Него. Я тоже говорю к тебе. Сегодня Бог дает шанс спасения. Бог дает шанс выбрать новый путь, который ведет не вниз, а вверх. Если есть такие люди в этом зале, вы хотели бы выбрать новый путь в жизни, то поднимите руку вашу, если есть такие люди. Я понимаю, что очень много верующих, но я знаю, что есть в этом зале люди, которые хотели бы в этот вечер сделать выбор в пользу небес, в пользу Бога. И вы делаете выбор в вашу пользу, потому что когда вы выбираете Бога, вы получаете совершенно новую жизнь. Грех, он давит каждого человека. Знаете, есть молодые люди, которые кончают жизнь самоубийством в 20 лет, будучи, имея все, и они оставляют записки. Я все уже в этой жизни, что сделал? Я уже то делал, то делал, то делал. Я не знаю, для чего жить. Все потому, что они шли не за Богом, не за Иисусом. Но Иисус говорит, кто приходит ко мне, того не выгоню. Иисус говорит, я даю жизнь с избытком. Что такое избыток? Это когда у тебя много, но есть еще больше. Иисус, Он говорит, я даю новую жизнь. И знаете, когда Иисус был на Голгофе, Он висел, Он делал это ради нас, за наши грехи. Он умер вместо нас и ожил для нас. А сейчас люди в зале, кто... Вы знаете, что вы грешны, вы знаете, что вы живете еще без Бога. Я предлагаю вам вместе со мной обратиться к Богу и выбрать этот путь в молитве. Это очень легко. Это не какая-то особенная молитва. Она обычная, простая, но очень важная. Знаете, однажды я вышел к сцене и помолился ровно 30 секунд. И моя жизнь полностью поменялась. Как это может быть? Ни за какие деньги вы не сможете поменять вашу жизнь полностью. Но одна молитва, она меняет жизнь.
Если ты в зале и ты знаешь, что ты грешен, я предлагаю тебе закрыть глаза и обратиться к Нему, к тому, кто любит тебя. К тому, кто знает о тебя. Когда ты был еще только зачат. Кто видел твой зародыш, кто видел тебя еще, когда ты не родился, и он уже знал и имеет для тебя судьбу. Если ты грешен, и ты знаешь, что тебе нужен Бог, тебе нужен Иисус, я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Господь, я обращаюсь к тебе во имя Иисуса в этой молитве. Я осознаю, что я грешен, и я каюсь, Господь. Я каюсь, Бог, за все, что я сделал. За грехи мои каюсь во имя Иисуса. Я приглашаю тебя, Иисус, в мое сердце, в мою жизнь. С этого дня я выбираю, Господь, следовать за Тобой. Я выбираю Тебя, Иисус. Будь моим Богом, Спасителем моей души. Я благодарен, Бог, что Ты отдал Сына Твоего за меня. И я верю, Бог, что по этой молитве все мои грехи, они омыты, очищены прямо сейчас. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Настя? Что? Мое неверие тебя задает, парень. Когда он мальчик, Знания надмевают. Знаешь, еще такое? Я очень люблю это. Буква убивает, дух животворит. Очень много теологов, профессоров, докторов наук в христианском мире, которые могут говорить о Боге. Но очень важно, помнишь, как Виталий Павлович говорит? Приводил пример с маэстро. Он говорит, вы хорошо читаете этот псалом, а я знаю того, о ком говорится. Помните, да? Псалом 22, по-моему, да? Вот, 22. И он сказал, я знаю, вы хорошо читаете красиво, а я знаю о том, того, о ком говорится это псалом. Отлично. Вот и верит. Когда нет духа живого, духа святого, это лишь знания, они будут только человеку мешать. Мне очень понравился... Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Ставит Бог. Это такое классное, ну, как бы понимание, да, что тебя Господь поставил, Он тебя там утвердил. Дал устав, который не придет. Это очень классно, что да, Бог сказал. Да. Просто неожиданно, что Бог сказал, что любит нас. Если значит любит. Значит любит, да. Сказал, что мы всегда, значит, всегда. Это очень классно, хвалебный псалом. Ну как же без меня? Я же самый мощный персонаж всей этой сказки. Идет, да, тут так все. А тут очень классно. Ой, шапочка.
он утвердил их навечно, дал устав, который не отменить, потому что он не отменит, они никогда не смогут. Все, хватит. Это непоколебимо. Какая бы сила против себя не выступала, это не может отменить того, что Бог обетованием дал в твою жизнь. Это нереально. Сильнее всех бесов и всего. Еще есть еще. Не издевайся надо мной. Название скорпиона. Что у тебя на кофте написано, скажи? Хочет на змеев и скорпионов хотеть. Лиля, а что у тебя на кофте написано? Что это значит? Выступать дал на власть, на змеи. А правда? Такой-то оператор такой. Заключается в том, да любите друг друга, как Бог во Христе наступил вас. Давай про змеи и скорпиона. Власть туда. Ты понял? Ты сажи тут, понял? И скорпион. По троллейбусу. Я больше нельзя. Не лилю об этом. 1000, 10 тысяч. А 10 тысяч. Ты что, плачешь, не плачешь? И змей. Я не плачу. О, ты спишь когда-нибудь? А можно скрин сделать как-то? Да тут такое. Можно, конечно. Не, ну фотку не. Фотку во время съемки делать нельзя. Я сейчас посмотрела на свои фотографии, где я сплю, и уже немножечко пошлела. Я уже можно. Ну ладно. Ну и посмотрели Стас. Всего лишь. Стас, да. Ты что сейчас? Бог свою любовь сейчас доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны. Это было как-то вместе. Это значит, что Господь Иисус избавил тебя от всякого греха. Даже когда ты самым гадким, самым последним, ничтожным, родительным человеком на этой земле. Не надо приближать зум. Ты классные изречения делаешь в гадких храмах. Чего ты сделал, что я зум приблизил? Это философия прям какая-то. А как ты делал? Вы видите? Не забыл, всем привет, это 2018 год, Revelation. Убери зум. Я тебе камеру никогда больше не дам. Да я шучу. Откровение слышать. Да ладно, что ты? Я никогда так не делал, это только второй раз. Хочешь, я буду? Я лучший оператор. Такой. Ты даже не знаешь об этом. Маха чемпион. Где? Вон. Это что-то где? Да я ж хочу посмотреть на Паху чемпиона. Вон желтый шапка. Чувак, вот. Да я вон там за стеклом, ты что не видишь? Баптистам нельзя сидеть в компах. Я тебе говорю, баптистам нельзя в компах сидеть. А? Баптистам в компах нельзя сидеть. У них законы такие. Ты не знаешь. Ну как, я того чувака помню просто. С Южного, помнишь? Какого? Ну с Южного мы с чувака, у него ни телефона, ничего. Ой, брат, ты еще многого встретишь на своем пути. Я знаю, я даже не зумлю тебя, видишь? Знаешь, от кого я услышал первого Евангелия в ночном клубе? От баптиста. Это Дей, что ли? Да. Кто? Дейв это пастор, вон. Смотрите, что она делает. Не надо меня снимать. А, Павел Дейв, что он делает? Давай, говори. Скажи. Поговори немного о компьютерной салфетке. Сегодня очень актуальная тема компьютерной салфетки. Мы знаем, что есть стаканы из компьютерной салфетки. Есть смартфоны с компьютерными салфетками. Даже Библии с компьютерными салфетками. Зачем Библии и бумажные компьютерные салфетки распустить? Я не знаю. Никто не может дать этот ответ. Это мысль, которая не дает покоя многим народам. Есть мнение на этот счет. Молодая девушка. Кто такая? Компьютерные салфетки. Молодой человек. Это гениально. Есть мнение. Это очень мудрое решение. Дайте мне сатана. Пожалуйста, во имя Иисуса. Пожалуйста. Компьютерные салфетки – это будущее нашей страны. Я верю, что компьютерные салфетки появятся даже
гамбургеров. Появятся. Блин, не знаю даже, где они появятся, но они будут появляться просто там, где вы даже не будете ожидать этого. Можно мнение? Компьютерные салфетки. Есть мнение. Это самое лучшее, что может быть с вами. Не так лучше, конечно, как Иисус придет в ваше сердце, но компьютерная салфетка поможет, если на ней будет написано 3.16. Что такое 3.16? Это как компьютерная салфетка. Но только это Иисус, который пришел и протер ваше сердце. Она бывает разных вкусов. Баптистский, харизматический, католический, православный. Но Иисус – это салфетка, которая поможет тебе не просто определить твой компьютер, осмыть все грехи, простить тебя и вернуть тебя к новой жизни. Поэтому компьютерная салфетка все-таки может не все, но Иисус поможет там, во всем. Мы говорили о компьютерных салфетках, о Евангелии. Это был Христос, да? Не скажи, что не снимал, я тебя просто... А тут написано ожидание зеленое.